Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы на объекте. Будет производиться обрезка, подстрижка. И посмотрим, что получится у нас. Оставайтесь с нами. Пойдемте посмотрим на весь фронт работ, который мы будем проводить. Это обрезка роз, чистка клумбы самой. Там, потому что есть и цветы, и трава. Обрезаем сейчас немного выше положенной нормы, потому что уже прошел период обрезки. Нужно было обрезку делать в феврале месяце, немножко подзатянули. И поэтому для нормального дальнейшего развития роста обрезаем на высоте примерно 60-70 сантиметров.
такое место, что ни триммером, никакой газонокосилкой, только руками. Прополка. И вот что получилось. Аккуратненько маргаритки подстрижены, розы сформированы. Была Георгиевская Татьяна. Желаю вам красивых цветений весной и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч, пока-пока.